Всем привет. Через 3 минуты у нас начало. Отлично. Ребят, давайте сначала познакомимся. И я перед тем, как начну вещать, рекомендую посмотреть наш видеоролик. Друзья, все видят ссылочку на наш видеоролик как раз из Мексики с семьей, которая уже находится в Соединенных Штатах. О, кстати, нас сегодня 62 человека. Это здорово. Переходите, пожалуйста, вниз по ссылке. Те, кто посмотрит, ребят, сразу плюсик поставьте. Это важно, чтобы вы понимали, что такое Мексика, куда мы помогаем перебраться людям, семьям, куда они едут и каким образом они подают на убежище. Очень рекомендую перейти по ссылочке и посмотреть наш ролик и поставить плюсик. О, Журабек уже посмотрел. Ребят, заходите по ссылочке под наши презентации, посмотрите видеоролик, чтобы у вас было понимание, куда мы едем. Потому что я также являюсь администратором группы в Instagram и периодически отвечаю на комментарии. Люди говорят о том, что Мексика равно заборы, через которые нужно перепрыгивать, или под заборами, или какие-то пустыни, нелегальные переходы, яхты, лодки и так далее. Чтобы было понимание, что такое Мексика, перейдите, пожалуйста, по ссылочке, посмотрите ролик. Он коротенький. Это совсем недавно я был в Тихуана. И это все происходило на границе. Местечко называется Сан-Исидро, Тихуана. Всего в Тихуана 2 перехода. Мы как раз с семьей из Средней Азии. Я их сопровождал, я им помогал. Сначала попытались пройти через один контрольный пропускной пункт, потом через второй. Когда поняли, что в Тихуана не лучший вариант там ожидать и так далее, мы приняли решение переместиться с запада на восток. Так, ребят, посмотрите, пожалуйста, ролик, чтобы у вас была реальность относительно сегодняшнего мероприятия и моего выступления. Все, кто посмотрел, ставьте плюсик. Нас уже, кстати, 116 человек, 116 участников. Это радует. Я думаю, тут, скорее всего, те, кто в этом году не выиграл грин-карту. Или просто уже кто устал ждать лотерею и решился оказаться в Соединенных Штатах. Так, о, плюсиков все больше и больше. Это радует. Еще раз напомню, это видео сделано совсем недавно с большой семьей из Средней Азии. Я их сопровождал. В итоге мы подали с ними в другом штате Мексики. То есть все началось с Тихуана. Мы приехали в Тихуана. Увидели, что там очереди, списки, и переместились сначала в Мехикали, также в штат Калифорния, и уже потом дальше на восток. Мексика у нас граничит с 4 штатами США. Это Калифорния, это Нью-Мексико, Нью-Мехико, Техас и Аризона. Итак, мы сейчас
Начнем наш вебинар на тему «Как переехать в США без визы по программе особого режима въезда». Кстати, ребят, сразу же вот под первой страницей презентации ссылочка на нашу Instagram-группу. Она называется We Are Migrants. Вы можете ее скопировать и найти нас в Instagram. Нас 40 тысяч человек. Есть люди, которые уже несколько лет подписаны на нашу группу. У меня сегодня был забавный случай. Человек полтора года собирается в США. Я говорю, здравствуйте. Нам написал в директе. Здравствуйте, говорит. Я увидел, у него первое сообщение было написано в январе 2018 года. Говорю, ну что, собрались? Ну да, я собрался. Так, ребят, я начну вебинар. Значит, тема нашего вебинара, еще раз повторюсь, это въезд в Соединенные Штаты по особому режиму въезда. Особый режим въезда, да, когда у вас нет визы. Если у вас есть ваш национальный паспорт, проблем с подачей по особому режиму въезда не возникнет. Занимаемся мы этим очень долгое время. Ребят, давайте проверим звук, как слышно. Если слышно меня хорошо, поставьте плюс, потому что я сейчас тестирую новую петличку. Хотел бы, чтобы все меня слышали. Отлично, отлично. Отлично, звук хороший. Итак, идем дальше. Значит, давайте познакомимся. Напишите, пожалуйста, из каких вы стран. Это важный момент, потому что от того, резидентом какой страны вы являетесь, будет зависеть дальнейшее мое выступление, презентация, и я больше буду делать упор на вашу страну, какие там есть проблемы и каким образом можно воспользоваться особым режимом въезда. Так, Узбекистан, Кыргызстан. Кыргызстан, Узбекистан. Из Казахстана есть у нас кто-нибудь? Казахстан, вот появился, да. Узбекистан, понятно. Отлично, ребят, я все понял. Все понял, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Все понятно. Идем дальше. Значит, я представляю себя. Меня зовут Илья Кристинский, я эксперт в миграционной области. Иммиграцией занимаюсь долгое время. Сам являюсь резидентом Евросоюза. А у меня ВНЖ и ПМЖ Швеции, Скандинавии. Также я юрист и веду блог. У меня Инстаграм, также YouTube-канал, который живет уже больше 3 лет. А первым моим клиентом была моя мама, которая переехала в 2002 году в Швецию, в Скандинавию. Сейчас она живет в Стокгольме, периодически бывает в Испании. У нее уже красный паспорт, темно-красный паспорт гражданки Евросоюза. Вот. Вообще эта тема, связанная с иммиграцией, возникла в 1998 году. Тогда я проходил срочную службу на российско-финской границе. Это были пограничные войска, пограничная служба. И видел, как люди иммигрируют, какие потоки людей переезжают в страны Евросоюза, из Российской Федерации, из стран Средней Азии. То есть людей было много. Вот. Это как раз картиночка. Я нахожусь в США, на Манхэттене. Так, с 2016 года я занимаюсь YouTube-каналом и фактически снимаю живое видео. Сейчас я общаюсь с коллегами, которые занимаются также продвижением своих социальных сетей. Когда я им говорю о том, что у нас в YouTube трафик был исключительно органически живой за счет того, что мы делали и делаем живое видео,
с людьми, которые едут в Мексику, которые переезжают на Гуам с российскими паспортами. Из Соединенных Штатов Америки у нас клиент, который сейчас уже находится в США и которому мы помогли, помогают нам с видеороликами, снимают нам видео. Мы даже за это платим, потому что понимаем, что люди в новой стране, им нужна финансовая поддержка, особенно на первых порах. Вот люди делают видеоролики, у нас на YouTube есть Валерий, например, да, который сейчас ведет также свой канал и фактически снимает и для нас. Значит, в 2018 году я помог эмигрировать более 100 семьям из стран бывшего Советского Союза. В основном это были граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И когда я задал вопрос вот в предыдущем слайде о том, что, ребята, вы откуда? И мне написали, да, это распространенные страны для подачи на убежище по особому режиму въезда. А сам я в 2016 году проходил также путь, фактически по которому я отправляю наших клиентов. Это был штат Калифорния, это был май 2016 года. Тогда у меня была возможность, так вышло, так сошли звезды, что я оказался в Сан-Франциско в аэропорту и подал на убежище прямо в аэропорту. Дальше меня арестовали. 2 недели я находился в детейшн-центре, прямо в Сан-Франциско, недалеко от университета Беркли. Офис АИС находился в Сан-Франциско. И как раз из тех помещений, в которых я был, я видел Сан-Франциско. Было очень красиво. Что я для себя почерпнул? Я увидел, каким образом происходит процесс, кто ведет дела о том, предоставить вам убежище или нет, как проходит интервью, особые моменты интервью, каким образом строится диалог между офицером DHS, который фактически является первым звеном, от которого зависит весь кейс подачи на убежище, весь процесс статуса asylum. Кроме того, я разработал методику гарантированной визы. Это визовый кейс, который состоит из 4 частей. И каждая часть прорабатывается, исходя, опять же, из национальности, исходя из гражданства и цели поездки в США. Также в этой стране есть другое. В визовом кейсе мы прорабатываем, усиливаем, готовим к интервью. Наш клиент знает слабые и сильные стороны. Так, двигаемся дальше. Это мои поездки в Соединенные Штаты. Как всегда, я с камеры. Вот справа слайд – это Брайтон-Бич, это Бруклин. Я делал видеоотзывы с нашими клиентами, которые живут, работают в автосервисах. Как раз это был автосервис с левой стороны Манхэттен. Кстати, тоже интересная первая поездка на Манхэттен. Вообще Америка для меня была как первый штат. Это был штат Калифорния. Тогда мы приехали как спортсмены, работали в Сакраменто. Это был парашютный клуб, скайдайвинг-клуб. Там приезжали звезды Голливуда. В общем, было очень интересно. Но когда я первый раз оказался в Нью-Йорке, на Манхэттене, конечно, этот город произвел на меня огромное впечатление. И для меня Америка все-таки это Нью-Йорк. Но также я езжу по странам Евросоюза, так как сам являюсь резидентом ЕС. Это Франция. Тоже очень красиво. Вот, это как раз фотография, когда я вернулся из детейшн-центра. Это был браслет, который я получил в детейшн-центре на левую руку. Здесь моя фотография, здесь номер моего иммиграционного дела. Сам процесс ареста. Арест, медицинская комиссия, потом дальше помещение в детейшн-центр заняло около 5 часов. И когда мы прошли медкомиссию, этот вопрос курируют шерифы. Вообще в Америке охраной арестованных лиц, которые идут через детейшн-центр или по федеральным преступлениям, занимаются шерифы. Я прошел медицинскую комиссию, меня сфотографировали, мне дали одежду. Мою одежду аккуратненько упаковали в мешочки. И вот с этим браслетиком я ходил. Также из детейшн-центра я привез большое количество документов в Москву, в наш офис, для того, чтобы показывать людям, которые фактически пойдут по моему пути. Вот. Значит, главная тема вебинара сегодня наша – это как эмигрировать в США по программе политического убежища. Сегодня мы будем говорить исключительно о Мексике, так как граждане Российской Федерации
на нашем вебинаре я особо не увидел. Ну, для граждан Российской Федерации есть вариант перебраться в США через острова Гуам, Сайпан. Однако же там сейчас можно очень долго ждать, около 2, даже 3 лет. У нас есть семья, которая находится уже там 2 года. Вот. Можно подать также в аэропорту Гуам, Сайпан, но все равно нужно, чтобы у вас было российское гражданство, потому что с паспортами Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана вам просто не въехать на эти острова, на Гуам, Сайпан. Вас просто не посадят на рейс. Так что для вас, в принципе, как бы эта программа ограничена. Мы говорим сегодня о Мексике. Вот, особенности программы убежища для стран СНГ и РФ. Значит, когда мы помогаем, готовим кейс, когда мы готовим нашего клиента, заявителя на программу убежища Asylum для поездки, фактически нами собирается огромный пласт информации по вашим странам. Это делается для того, чтобы кейс был сильный и для того, чтобы некоторые направления, в котором не обязательно доказывать, что вас притесняют, что у вас проблемы на родине. В этом кейсе основой являются СМИ, отчеты правозащитных организаций и так далее. Вообще, то, что связано с подачей на убежище, статус asylum, это параграф 1158 закона об иммиграции и гражданстве США, сокращенно INA. В этом законе полностью расписано, каким образом подавать на убежище, кто такой беженец, какие бывают признаки беженца, что нужно доказывать и так далее. Мы этой информацией активно пользуемся и помогаем нашим клиентам, фактически обеспечивая их правильной информацией. За последнее время я приобрел в США уже 4 таких вот огромных книги. Они очень недешевые, переводы также очень дорогие, но это позволяет нам фактически обладать полной информацией, связанной с подачей на убежище в разных штатах. Потому что Соединенные Штаты – это прецедентное право. В каждом штате свой подход к лицам, подающим на убежище. Что мы делаем? Как мы помогаем? То есть мы обеспечиваем полностью безопасность. Так как у меня в партнерах есть ребята, которые живут в Мексике, это люди, которые сами прожили в США, сейчас они находятся в Мексике, люди семейные, то есть в возрасте, но тем не менее они очень хорошо ориентируются в своей стране, и вопросы безопасности у нас никогда не стояли на повестке дня в Мексике, потому что он знает, куда идти, каким образом. Нужно понимать, что, да, есть те, кто едут, допустим, в Мексику самостоятельно. Но Мексика – страна достаточно своеобразная. Я прожил в этой стране очень много времени и в Мехико-Сити, и в Канкун, и в близлежащих городах, там в местечках Вулкана. Это 150 километров от Мехико-Сити. И в Тихуане, и в Мехикале, и в Хуаресе. То есть я видел, как там и что там происходит. Сейчас проблема безопасности, она больше исходит не от местных жителей, которые, допустим, обычные рядовые граждане. Сами мексиканцы, они добрые, отзывчивые, идут на контакт, неплохо говорят на английском языке, но есть полиция, которая, есть служба безопасности, которых задача просто максимально получить деньги с тех, кто приезжает подавать на убежище. Они останавливают в аэропортах, они могут забрать паспорта у людей, которые уже фактически подошли к границе и хотят подать на убежище. Они могут создать большие проблемы на внутренних перелетах, ну и так далее, даже на улице. То есть видит большая семья, видит, что внешность не американская, внешность не славянская, спокойно останавливают, проверяют, делают допрос с пристрастием и могут даже вернуть. Но обычно они не возвращают, а вот взятку получить для них это считается нормой. Вот. Для въезда в Мексику, вернее, для въезда в США по программе убежища по особому режиму виза в Соединенные Штаты не нужна. Были у вас отказы в визе или не было отказов, никаким образом не влияет на процесс. Участие в грин-кард то же самое. То есть здесь это не относится абсолютно к положительному решению. Значит, это полностью легально. Мы не помогаем людям перепрыгивать через заборы или под заборами, или там каким-то другим образом.
Потому что если вас поймают, вы сразу же укажете на нас, и у нас начнутся большие проблемы. Мы работаем исключительно и строго в рамках закона. Соединенные Штаты экстрадируют из примерно 160 стран мира, и мы путешествуем по миру, и не хотели бы, чтобы и у нашего клиента, и у нас лично, как у компании, возникли проблемы. Кроме того, в Соединенных Штатах у нас зарегистрирована официальная организация, наша компания называется Christinsky Partners Corporation, зарегистрирована в Нью-Йорке, на Бродвее. Если кому-то будет это интересно, мы можем дать вам ссылочки и копии наших документов. Вообще в процессе у нас участвуют три компании, которые сопровождают наших клиентов. Идем дальше. Это Тихуана. Это то самое место, где фактически собираются вот эти самые беженцы. Как вы видели по ТВ, в интернете, что часто приезжают огромные группы из Гватемалы, Белиза и так далее, с Южной Америки, и подают на убежище в Тихуана. Тихуана считается раскрученным брендом, а вот на этом самом месте, где как раз я делаю фотографию, здесь проходят концерты, которые сопровождают эти огромные группы. То есть они поют, танцуют, показывают, что люди свободны, что мексиканцы никоим образом не имеют права останавливать кого-то по пути на границу, что мексиканцы не имеют права не пускать свою страну, если у человека есть основания для въезда, там мексиканская виза или виза, допустим, стран Евросоюза, по которым также можно въехать. Вот, то есть эти концерты часто проходят один раз в полгода, то есть они приходят весной и осенью. То есть в ближайшее время, я так думаю, скоро будет опять колонна, и вы сможете вживую посмотреть, что там происходит. Алексей, второй эксперт нашей компании, слева от него находится Айнура, у нее есть дочура Зульфия, это мама с дочкой из Кыргызстана, а справа наш представитель в Мексике, его зовут Карлос, он как раз встречает и помогает добраться до границы, обеспечивает безопасность и отбивает вас от тех, кто всячески старается создать вам проблемы и трудности по пути на границу. Кроме того, что, допустим, вы можете въехать в Тихуану без проблем. В Тихуану, возможно, очередь 1.5-2 месяца. Вы скажете, что я не хочу ждать, Карлос, давай где-нибудь быстрее, и Карлос повезет вас вдоль границы, выбирая наиболее благоприятный путь для подачи на убежище. Это я как раз провожаю семью. Мы находимся в Мехикале, приграничный как раз вот городок, и здесь вот находится граница, никого нет. То есть дальше я их проводил, они зашли, вот если вы видите, за нами ворота, они заходят в ворота, дальше проходят максимально до того момента, когда их встречает американский офицер и спрашивает визу, они говорят asylum, политикам asylum, и после этого начинается процесс. Процесс в среднем занимает около 3-4 часов на границе, то есть они ждут своей очереди для того, чтобы с ними провели интервью. Интервью проводится один на один с иммиграционным офицером, вернее, это будет офицер службы DHS, департамент домашней безопасности или внутренней безопасности. Для того, чтобы проходить интервью, вам не нужно говорить на английском языке, вам будет предоставлен переводчик, который фактически будет являться посредником между вами и сотрудником департамента DHS. Такой момент важный сразу же, раз уж я начал говорить об этом. От этого человека зависит очень многое. Часто люди попадаются некомпетентные, неквалифицированные, они делают ошибки. Я на живом случае, вот даже с Валерием, который сейчас уже в США и получил статус, наблюдал и видел, и не только с ним, что когда наш клиент, допустим, проходит интервью с сотрудником DHS, вероятнее всего это будет гражданин Мексики, это будет мексиканец, который не очень хорошо относится к своей работе, и он делает ошибки, какие-то эпизоды не берет в зачет. Я не говорю про орфографию, это даже не самое главное, это не суть, но ошибок очень много, и задача наших клиентов – перепроверять то, что он написал в своем протоколе, и использовать переводчика по полной программе. То есть здесь не нужно там чего-то бояться, здесь не нужно там опускать глаза вниз и говорить, что я там, допустим, ничего не понимаю, пишите, что пишете, и дальше разберемся. Это неправильный подход.
потому что могут быть большие проблемы в дальнейшем. Протоколы, которые делает офицер DHS, идут в дальнейшем в офис Asylum и после этого в офис суд, в иммиграционный суд. Этот процесс в среднем занимает год-полтора. В Америке 59 иммиграционных судов, в которые попадет это дело. В каждом штате есть свои иммиграционные суды, которые фактически занимаются рассмотрением дел об статусе asylum. Так, идем дальше. Это как раз мы переезжаем из Тихуаны. Это утро, 5 часов утра. Мы едем дальше с запада на восток, в Мехикали. И вот слева от меня как раз находится наш клиент из Кыргызстана, которого я сопровождаю, и также Карлос. Вот, это наши клиенты. Справа как раз находится наш второй эксперт по иммиграции Алексей. Он сам недавно был в Мексике. Он также был на Гуам, ездил, разбирался, какая там ситуация, делал видеоролики, которые есть у нас на нашем YouTube-канале. Вы можете это посмотреть. Очень классные живые материалы. Это клиенты, также из Кыргызстана. И слева Татьяна, которая курирует и отвечает на звонки. Кстати, многие, наверное, ребята с ней уже общались. Вот. Она также имеет отношение к странам Евросоюза и очень хороший английский, говорит по-французски и является частью нашей команды. Так что, если попадете на общение с Татьяной, пообщайтесь, сами это увидите. Двигаемся дальше. Для кого подходит эта программа? Государственный беспредел. Высокая степень преступности, притеснение, нарушение прав человека, взятки и воровство. То есть в странах Средней Азии, в странах Российской Федерации и других странах СНГ это частая проблема, когда существует государственный беспредел. Это все можно собрать в СМИ. Также мы отправляем наших журналистов, репортеров. У нас есть Андрей Белковский, а также Евгений, который является фактически номинантом премии Артема Боровика за журналистские расследования. Он есть у нас также на YouTube-канале, о нем можно посмотреть. То есть для того, чтобы сделать кейс сильный, материал усилить, человек едет в вашу страну и согласно вашего направления кейса уже собирает необходимую ему информацию для того, чтобы кейс был более сильным и весомым для суда. Так, высокая степень преступности, если говорить про Кыргызстан, север-юг, выборы президента, социология, то, что происходит в настоящий момент, оппозиция и так далее. А взятки и воровство – это мой первый вопрос, когда я даю консультацию своим клиентам. Давали ли вы когда-нибудь взятки кому-либо? Чиновнику, полицейскому, таможеннику там, и так далее, и так далее. Вот. Вообще у нас в команде работают психологи, и они собирают для меня базу. База – это как минимум 30-40 эпизодов. Собираются они в течение 10-12 дней, и в процессе задействованы два психолога, это Саша и Яна. Также у нас есть интервьюер, который занимается сбором информации для брифа Элеонора, ну и так далее. Так, статус и грин-карт вы получаете через иммиграционный суд. Значит, основание закона о миграции и гражданства, также есть декларация о правах человека, которая работает уже больше 50 лет. И она используется для того, чтобы вам предоставить статус. Что делаем мы в процессе? Значит, мы готовим кейс на убежище. Всего в компании у нас работает 14 человек. Клиенту помогает 6 человек. То есть сначала психологи, которые собирают ваши эпизоды. Наш кейс, он на 100% уникален и на 100% состоит из правды. То есть мы не используем ложную информацию. Мы не вводим в заблуждение власти США и не рекомендуем никому это делать, потому что последствия могут быть очень печальны. Наша задача сделать так, чтобы клиент, допустим, пошел на границу и имел полностью представление о том, зачем он идет, какие у него слабые и сильные стороны и так далее. Вот как раз наши люди, юристы, журналисты, психологи и переводчики. Переводчиков у нас несколько, которые работают также и в США и помогают тем, кто нуждается в помощи в Соединенных Штатах. Значит,
Также мы помогаем найти и использовать бесплатного юриста, адвоката для тех, кто находится уже на той стороне в Соединенных Штатах. Особенности подачи и разные процессы. Значит, тут следует отличать семейные и одиночные прошения. Когда я оказался в Сан-Франциско и меня арестовали в аэропорту, у меня было одиночное прошение. Я пошел по пути дотейшн-центра. Когда вы идете семейно, или, допустим, девушка беременная, или у вас одно из направлений, которое не подразумевает арест, и такие направления есть, вас не помещают в детейшн-центр. То есть здесь два разных пути, и выглядят они таким образом. То есть если вы идете семейно, вас сначала арестовывают, это будет арест, после этого вы проходите интервью, после этого вы ждете примерно 24-48 часов в распределителе. Пока вы находитесь в распределителе, вас, как раз у слайда, да, пока вы находитесь в распределителе, иммиграционный офицер связывается с поручителем. Поручитель должен быть держателем грин-карты, у него должен быть social security номер, но при этом поручительство у него ограниченное. У меня был случай, когда не обратили внимания даже на грин-карту. Буквально вот несколько недель назад офицер не мог девушку с ребенком задержать в детейшн-центре и не мог отпустить. Ему нужно был хоть кто-то, кто мог бы просто взять трубку и купить ей билет. В итоге ее выпустили, и она поехала в штат Нью-Йорк. То есть здесь единственный минус при семейной подаче – это то, что вам на ногу надевают браслет, с которым вы ходите около месяца. Браслет резиновый, он с такой коробочкой. Выглядит, конечно, он, я не знаю, как что-то из 19 века. Батарейка такая огромная, типа кроны. Ее нужно постоянно заряжать через каждые 8 часов. Но это все-таки лучше, чем находиться в детейшн-центре. Вот. И вот с этим браслетиком вы гуляете, вы по приезду в штат, где живет ваш поручитель, ваш знакомый, вы должны посещать офис ICE и сделать ходатайство о том, чтобы этот браслетик снять. У нас в компании сейчас также работает Валерий, который был нашим клиентом. Он дает консультации, и он сам весь этот путь проходил, начиная от браслетика и заканчивая арестом, когда уже был на территории США. У него путь немножко сложный получился, опять же, из-за ошибок офицера DHS. Вот. Если вы идете один, то это будет арест, и вы окажетесь в детейшн-центре, в котором как раз сидел я. Мы готовим людей к детейшн-центру, мы говорим, каким образом наладить связь со своими знакомыми, как положить деньги на аккаунт в лагере, каким образом себе обеспечить досуг, там, еду, там, какую-то приятную обувь там, и так далее, и так далее. Так как я сам там был, и Валерий недавно вышел из этого места, хотя он вообще был в Филадельфии, а Филадельфия – это такая достаточно жесткое, да, жесткое место для одиночек. Ну, вот он там был и знает все тонкости, и с удовольствием помогает, также консультирует наших клиентов. Идем дальше. Значит, еще по одиночкам, да, ребят. Выйти из детейшн-центра можно в двух случаях. И третий – это самый долгоиграющий. Первый вариант – это когда вы выходите под статус пароля. Когда ваш поручитель, допустим, говорит, да, я знаю этого человека, подтверждает связь с вами, и вас выпускают с таким же самым браслетиком, вы идете на свободу, едете в тот штат, где находится ваш знакомый, и ждете суда уже непосредственно на свободе. Вот. Второй вариант – это выйти под залог. Залоги в каждом штате разные, залоги в каждом штате могут быть от 7 тысяч долларов до 50 тысяч долларов. Опять же, залог можно внести по-разному. Допустим, 10% от суммы залога невозвратного или полную сумму. Вот. По поводу залога также у нас очень хорошо в этом разбирается и подсказывает Валерий, консультацию которого вы можете спокойно взять, и он также будет вас курировать уже на территории США. Если мы говорим про взаимодействие с нашей компанией. Так, идем дальше. То есть как у нас вообще происходит взаимодействие? То есть как выглядит весь путь? Мы заключаем договор, делается предоплата. Предоплата
происходит либо по безналу, либо наличными. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, компания у нас зарегистрирована в Америке, как я говорил, и в России. То есть частично работы мы делаем в Америке. Это связано с переводами, с консультациями, с курированиями граждан, которые находятся в детейшн-центре, которым нужна помощь в поиске бесплатного адвоката, в переводах, в звонках, взаимодействие с вашими родственниками, взаимодействие с правозащитными организациями. То есть сначала заключается договор, вносится предоплата. Дальше вы работаете с психологом Сашей или Яном в течение 70 или 12 дней, бывает и 2 недели, все зависит от степени вашего желания и степени вашей подготовленности. То есть есть у нас клиенты, которые понимают, куда они идут и зачем, есть кто вообще ничего не понимает, были у нас такие ребята. Вот. На этом этапе будет понимание, подходите ли вы для этой программы. Мне достаточно пообщаться с клиентом 15-20 минут, чтобы, в принципе, уже сделать о нем какую-то предварительную картину и понимать, готов ли он вообще для этого пути. Но скажу, по статистике работы нашей компании, примерно из 100 человек не подходит только один. Как правило, люди едут с мест, где коррупция зашкаливает, где есть притеснение, где есть ограничения и дискриминация. Допустим, если говорить про Кыргызстан, так как у нас тут много ребят из Кыргызстана, это домашнее насилие. Это, опять же, домашнее насилие может быть разное. Домашнее насилие может быть просто как факт, и тогда это не подойдет для убежища. А домашнее насилие может быть как принадлежность к социальной группе. Социальная группа – это те же женщины, которые также подвергаются насилию и имеют 5 схожих признаков. Вот эту тему нужно знать, и мы доводим до наших клиентов. То есть вообще любое направление по убежищу, оно требует проработки. У каждого направления, у каждого заявителя есть определенные критерии, которых необходимо придерживаться. Значит, у нас фактически по факту есть направление религия. Это когда вы имеете непосредственное отношение к церкви, которые притесняют. Это могут быть вайшнавы, кришнаиты, это могут быть саентологи, это могут быть американские, допустим, сейчас в Москве свидетели Иеговы притесняются. Это может быть американская церковь, которая также находится под прессом государства. У нас есть направление ЛГБТ. Это нет, ребята там, или девушки нетрадиционной ориентации. Это сильное направление, особенно в Нью-Йорке. У нас есть направление семейное насилие. Это все входит в раздел политика. Ну, вот это третье направление. И политика делится на разные подгруппы. Может быть участие в оппозиционных движениях, может быть участие во всяких разных преступных схемах. Но тут нужно именно понимать, что, допустим, то, что является правонарушением и беззаконием в вашей стране, не всегда попадает под действие закона об иммиграции и гражданстве и не всегда попадает под действие декларации о правах человека. То есть здесь должен быть страх возвращения, здесь должно быть полное отсутствие решения проблемы в вашей стране, в соседней стране и так далее, и так далее. Вот всю эту ситуацию необходимо понимать и знать. Потому что, допустим, если вы идете с семьей, то не будет вот этого вот, ну, не будет нервов, не будет давления, как это происходит в детейшн-центре. Психологическое воздействие, ограниченное пространство. То есть я этот путь проходил и знаю, что, ну не очень это приятно, да, там, находиться в детейшн-центре и еще защищать себя, там, выстраивать линию защиты, особенно если вы приехали пустые, ну, это сложно. Вот. И когда вы находитесь, допустим, с семьей, у вас есть возможность там, сходить к бесплатному адвокату, к правозащитникам, пообщаться по направлению там, со своими знакомыми. Допустим, если направление ЛГБТ или религия, прийти к ним, с ними поболтать, там, узнать там, то, все. И после этого уже у вас будет более понимание, да, как, каким образом вы будете себя защищать. Плюс, если вы идете с семьей, то иммиграционный судья, он будет другой. То есть иммиграционный суд, который работает именно по лицам, которые едут без семьи, он другой. То есть и требования другие, и критерии принятия положительных решений другие. То есть это все нужно понимать, и это все нужно знать. Так, двигаемся вперед. Итак, по поводу гарантий. Значит, то, что связано с гарантиями, всего у нас
за 2018 год вернулось 3 человека из 100 семей, то есть это было фактически, ну, это сколько в процентах? 3%, да, и когда мы начали разбираться с этой ситуацией, выяснилось, что ребята, это был гражданин Таджикистана, парень 22 лет из Кыргызстана, и еще один человек, который тоже из Кыргызстана, который раньше получал депорт. Вот, когда мы с ними пообщались, выяснилось, что один просто устал ждать, у другого поручителя не было, а третий пошел вразрез с тем, что у него было в самом начале. И когда мы начали разбираться там, по поводу возврата денежных средств, компенсирования его билета, потому что нам не нужно, чтобы там люди возвращались обратно и говорили, что мы в чем-то виноваты, и чтобы дело не доводить до суда, то есть мы предложили сами встретиться, разобраться, и увидели, что, в принципе, ошибок там с нашей стороны не было, и компенсировали частично только одному клиенту, потому что, опять же, там просто за него просили очень сильно. Вот так получилось, что он, русский у него был не родной, он просто неправильно меня понял на подготовке и сказал не так, как нужно было говорить. Любое слово, оно может быть, оно может трактоваться по-разному. И человек просто так как плохо понимал. Да, по поводу цены идем. Вот, значит, смотрите, у нас есть 3 пакета. У нас есть пакет эконом, у нас есть пакет премиум, пакет VIP. Здесь встреча, разработка стратегии входит во все пакеты. Сбор базы психолог 28 часов в день по 2-3 часа тоже во все пакеты. Ну, вы можете, в принципе, прямо с экрана сделать себе скрин и посмотреть по поводу услуг, которые мы оказываем. У нас также есть в VIP-пакете услуга сопровождения, когда или я, или, допустим, наши юристы из Евросоюза едут вместе с вами в Мексику. У меня есть такой опыт. Я сам лично ездил, забирал ребят из Франкфурта на Майне, когда находился в Канкун. У меня за 18 год получилось, я в небе провел около 40 рейсов между Европой и Южной Америкой. То есть я летал, сопровождал, помогал. Особенно, когда прошли выборы в Кыргызстане, очень много ребят из оппозиции поехали в Мексику и просили меня о помощи. Вот. То, что связано с ценами, также вы сможете сделать скрин. Вот. Если кому-то интересно, кто-то уже готов к тому, чтобы начать с нами взаимодействие, я рекомендую это сделать прямо сейчас, я рекомендую связаться с нами, и если вы это сделаете в течение 48 часов, мы готовы также пойти навстречу, сделать вам скидку. Это будет скидка 20% на наши услуги. Но только если вы обратитесь к нам в течение 48 часов. Также у вас есть возможность встретиться со мной. Я нахожусь сейчас в Москве. Наш офис также расположен в башне Федерации, 18 этаж. Очень такой красивый коворкинг, где находится и Алексей, с которым можно пообщаться, и Татьяна, и многие другие ребята, которые находятся сейчас также в Москве и готовы с вами поделиться своим опытом. Так, еще раз, ребят, посмотрите, что у нас входит в пакеты и каким образом идет разделение между пакетами. Это можно сфотографировать на телефон, сделать скрин, чтобы потом было удобно понимать, как это все происходит. Также, я думаю, этот вебинар, наверное, будет у нас в записи. Его можно будет пересмотреть. Так, идем дальше. Цены. Значит, со мной можно пообщаться в режиме консультации. Я обычно беру за консультацию $200. Это часовая консультация. Вы можете собраться всей семьей. Такое бывает. Я рассказываю, люди собираются там и папа, и мама, и дедушка, и бабушка. Всем интересно, куда едут их родственники, каким образом они будут фактически двигаться в сторону миграции. Обычно бывает такое, что так как в странах Средней Азии визы, туристические визы, не иммиграционные, очень плохо дают для семьи. Сначала человек едет один, допустим, отец, да, там муж семьи, да, там, и когда приезжает в Америку по туристической визе, он подает на убежище, получает через 180 дней social security номер, work authorization, ждет своего суда. Но так как супруга с ребенком находится в его стране,
ей также угрожает опасность, он хочет с ней воссоединиться. Возникает вопрос, как это сделать. То есть воссоединиться через режим воссоединения – это очень сложно, потому что у человека еще нет грин-карты. Даже если будет грин-карта, это как минимум 5-6 лет. А до гражданства – это еще примерно 2-3 года. То есть представляете, если он уехал, отец не видит своих детей, там, ему очень хочется с ними быть рядом, со своей супругой. И этот вариант подходит как раз для тех, кто, допустим, находится в США и хочет воссоединиться, сам подал на убежище и помогает своим близким, родственникам переехать в Соединенные Штаты. Сейчас я вам, наверное, отвечу на вопросы. В самом начале, для того, чтобы беседа у нас получилась более такая продуктивная, я подготовил здесь выписки из нормативно-правовых актов, но потом подумал, что, наверное, это не очень-то людям и нужно, потому что, ну, об этом должны знать юристы, да, там, ну, тут есть дела о притеснении, дело Даниэля Негусли 39-30, если, допустим, вы сами были участником притеснения, как, например, это было между Узбекистаном и Кыргызстаном, допустим, да, как таким людям получать убежище, что такое содержание под стражей, параграф 12.25 директивы об условно-досрочном освобождении, выигранный иск, в который я в свое время очень так вникал, 18.578, когда гражданин, который оказался в детеншн-центре, подал в суд на генерального прокурора США Сэшенса, на руководителя департамента DHS и 5 офисов ICE, и выиграл этот суд. Тоже было интересное дело. Что такое асайлум, термин беженец, ограничение на депортацию в страну, из которой бежит гражданин. То есть все это у меня, в принципе, есть. И на консультациях, когда ко мне попадают на консультацию юристы, мы говорим с ним на одном языке, я даю материалы, связанные именно с подачей на убежище в Соединенных Штатах Америки, для того, чтобы наш клиент, особенно если ему эта тема интересна, юриспруденция, чтобы он был подкован и понимал, в каком направлении ему двигаться и как выстраивать свою защиту, особенно если он едет в детеншн-центр один. Но самое главное, ребят, если вы оказались в детеншн-центре, обеспечить связь. То есть вам нужно, чтобы кто-то был извне. Это будут ваши руки, ноги и глаза. Этот человек будет фактически решать ваши проблемы. Он будет связываться с бесплатными адвокатами. Он будет решать вопрос с вашими родственниками. Он будет держать связь с нами. У нас этим вопросом занимаются Валерий и Алекс. Валерий находится как раз сейчас в Филадельфии, а Алекс находится в Нью-Йорке. То есть с ним можно, в принципе, взаимодействовать. Это дополнительная услуга, которая входит в пакеты. Также можно будет посмотреть, я вам уже это показываю. Потому что оказаться в детеншн-центре без связи, без возможности обеспечить себя звонками и так далее, это вообще это 90%, что вас депортируют. Потому что, находясь в детеншн-центре без активного участия внешней среды, ничего не выйдет. Также найти бесплатного адвоката, находясь в детеншн-центре, без участия ваших товарищей, друзей извне, практически невозможно. И это будет означать, что либо вас будут держать очень долго и потом депортируют, либо депортируют сразу. Вот, значит, отвечаю на вопросы. Так, ребят, привет, я хочу легально попасть через Мексику. Я хочу легально попасть через Мексику? Не хочу. Я не понимаю. Хотите вы или не хотите? Так, привет-привет. Как попасть в США? Ну, я думаю, что я ответил. Да, кому интересна моя консультация, сейчас это может стоить дешевле на $50, и мы с вами пообщаемся вживую, также в режиме Skype. Да, гарантию мы даем. Обучение плюс трудоустройство хотелось бы. По поводу обучения, это виза F1, по визе я проведу отдельно также вебинар, и у вас будет возможность узнать, какие бывают визовые программы без знания английского языка и без больших вложений. Об этом мы будем говорить в ближайшее время. Этот вебинар также буду готовить я. Там будут свои презентации, свои слайды и так далее. Так. У нас вот как раз Саидов Фархот спрашивает, как можно легально попасть в США. У нас как раз легальный способ поездки в Соединенные Штаты – это легальный способ иммиграции.
Так, так, так. Двигаемся дальше. Да, без визы, конечно же, реально. Очень много у нас материалов, видеоподборок, это все можно посмотреть. Я же говорю, мы 3 года занимались YouTube-каналом на органическом трафике, то есть фактически делали видео с людьми, которые едут в Мексику, потом в Соединенные Штаты. Из США, конечно, видео с ними не очень много, так как люди находятся в процессе, им не хотелось бы, чтобы их показывали там на YouTube и так далее, и так далее. Ну, хотя есть те, кому как бы нужны деньги, они готовы с нами взаимодействовать, мы платим за видеоролики, вот, и люди дают очень ценную информацию. Так, идем дальше. Часто возникает вопрос по поводу стены, что вот сейчас Дональд Трамп будет возводить стену, что идет активное противодействие между одной ветвью власти и другой в США по поводу стены. Стена к нам никакого отношения не имеет. Если стена даже будет высотой там, 25 метров, мы не перепрыгиваем через стены, мы не занимаемся паркуром, и мы подаем официально и легально. То есть для того, чтобы отменить легальный способ подачи на убежище в США, для этого... Ну, должно что-то серьезное произойти в Америке, чтобы сами американцы повлияли на то, чтобы была отменена декларация о правах человека. Они обязаны принимать, и это их обязательство, которым, кстати, они обязали не только как бы себя и свою страну, но и другие страны, которые сейчас принимают беженцев, потому что подписали это соглашение. Так, здесь плюсики. Узбекистан. Так, ребят, по поводу визы буду делать отдельный вебинар. С работы, да, мы можем помочь с работы. Там есть несколько вариантов, как трудоустроиться. Так, вопрос у Азиза. А после получения убежища могут возникнуть проблемы при возвращении в родной город? Когда у вас будет грин-карта, проблем возникнуть не может. Плюс... Весь процесс будет закрыт, никуда информация это не просочится. Америка чтит безопасность тех, кто обращается к ним за помощью, что здесь никаких вопросов у вас не будет. В режиме, в процессе, когда у вас еще не получена грин-карта, вы выехать из страны можете только по статусу advance пароля. Но не рекомендую этим пользоваться, потому что фактически вы покажете, что вам ничего не угрожает. Это очень в редких случаях, допустим, когда там смерть близких или что-то еще. В других случаях этим пользоваться не нужно. Ссылка потом по Фейсбуку, да, это мы сделаем. То есть никто не узнает, что вы подали на убежище, информация эта нигде не пройдет. То есть не будет нигде, абсолютно нигде. Даже в судебных актах, в судебных сборниках ваша фамилия, ваших данных не будет. Ну и плюс эти сборники, они в открытом доступе, вы их не найдете. То есть, допустим, американская судебная система, она строится на судебных прецедентах, но для того, чтобы эти акты найти, у нас работают 2 переводчика по сбору, это сложный процесс. Так, если через Мексику в США потом можно обратно? Да, это я ответил, можно поехать, когда у вас уже будет грин-карта. Примерно через 1,5-2 года. Так. Так, так. Сегодня очень мало вопросов. Наверное, я все так объяснил, все меня поняли. Так, а как получить, да, по поводу визы семейной в Мексику для граждан Узбекистана? Значит, по поводу визы в Мексику. Виза в Мексику у вас получается не в Узбекистане. Она у вас получается, насколько я помню, в Иране. Но мы мексиканскую визу не используем для въезда в Мексику, потому что разницы никакой нет. А как вы будете въезжать по шенгенской визе, по мультивизе, или у вас будет какой-то статус ВНЖ, например, какой-то из стран Евросоюза, или это будет японская виза, по которой также можно въезжать, но опять же, чтобы вас кто-то сопровождал и курировал. Если вы просто так приедете, даже с мексиканской визы самостоятельно, вероятность того, что вас развернут в Мексике, она очень высокая. Но, опять же, если вас не пустили в Мексику, это будет не депортация, это будет просто возврат. И у меня был случай, когда я ехал с семьей,
Это была большая семья из Кыргызстана, я их сопровождал. Потом они мне делали, кстати, видеоролики в Америке, как они обустроились, как они нашли себе жилье, первую работу и так далее. И как раз вот эти вот ребята оказались в проблеме в Мехико-Сити. Это был аэропорт, их не хотели пускать, пока я не вмешался, не пообщался с руководителем смены, начальник смены на тот момент. Мы с ним пообщались 15 минут, я объяснил ему все, и нас пропустили. Потому что не пускать в Мексику – это дело незаконное, вот, и ну, этим пользоваться нужно. То есть нужно объяснять им, что это незаконно, что вы не имеете права, и тогда они как бы идут навстречу. Ну, там есть свои нюансы, которые следует применять и знать. Вот, так что мексиканская виза – это не 100% гарантии въезда в Мексику. Можно также въехать и по японской, и по шенгенской визе, и по британской визе. С этим проблем у вас не будет. Опять же, поездка должна быть спланирована. Например, 2 года назад, когда я возил людей в Мексику, у нас вообще не было проблем на въезде. То есть люди даже самостоятельно въезжали. Потом, когда последняя группа осенью того года навела там, ну, серьезно они там организовали там всякие разные пикеты и митинги, а после этого как бы мексиканцы и плюс переизбрание президента, я, кстати, участвовал, был волонтером президентской гонки в Мексике, я был участником группы партии Мартина де ла Круза, вот, левый кандидат и от партии левых, и он тогда не набрал голоса, я там общался с первыми лицами партии, в общем, было очень интересно, это было в Канкун, Юкатан. Плая дель Кармен, в Канкун и так далее. Вот. И когда выборы прошли, новый президент Мексики, он сблизился с США, и американцы для того, чтобы ограничить въезд через Мексику, так как большой трафик людей въезжало, просто взяли и договорились с мексиканцами, чтобы не всех пускать в Мексику, чтобы, допустим, те, кто едут и не понимают, зачем они едут, при этом прикидываются туристами, чтобы их разворачивать. Потому что на границе переполнены, в очередях проводят люди по 2-3 месяца, если говорить про Тихуану, но у нас это все быстрее, потому что Карлос, который берет ответственность за Мексику, он знает, каким образом это сделать быстро. То есть обычно люди у нас долго не ждут, то есть проезжают сразу. Так, ребят, кто хочет с нами взаимодействовать и пообщаться непосредственно со мной в Москве, живую, у вас есть такая возможность. У вас есть возможность получить 20% скидку на нашу работу, если вы начнете с нами сотрудничать в течение 48 часов. Вот. Вариант с грин-карты. Насколько я знаю, грин-карту хотят отменить. Грин-карту планировали отменить ДВ-2020 еще в прошлом году, но Трамп не сумел подписать, потащить этот законопроект. Вот, ну, надеюсь, что, конечно, ДВ-2021 это будет, но надеяться на грин-карту. Вообще американская система въезда и ограничения трафика – это такая штука, на самом деле интересная, когда долгое время занимаешься иммиграцией, начинаешь понимать, каким образом вообще выстраивается та самая воронка, через которые американцы возят. То есть где-то, ну, дают возможность въехать, где-то на какие-то страны есть ограничения на грин-карты, то есть мало дают квот на грин-карту, где-то дают, допустим, возможность въехать по визе Е2, например, Кыргызстан, это виза малый бизнес, где-то дают возможность получать туристическую визу, но при этом визы Е2 нет, это для граждан Российской Федерации, у нас высокий процент, у нас всего лишь около 20% отказов по всей Российской Федерации. Это, допустим, возможность, допустим, по каким-то визам въезжать рабочим, например, там, даже эту визу я не буду брать в расчет рабочую, да, там, допустим, виза К1, например, да, там, ну, или виза, допустим, P1, да, там, то есть где-то есть ограничения, где-то этих ограничений нет. То есть поток людей в Америку въезжает, но их нужно как-то структурировать. Потому что каждая национальность, каждое гражданство приносит для этой страны определенные блага. Вот, как раз, когда я разбирал, вот у меня здесь есть, да, когда я разбирал, когда могут человека выпустить вообще из иммиграционного лагеря под
есть такой статус, да, когда вы фактически принесете что-то полезное в эту страну, и как раз это вошло в судебное решение, то есть, которое поддержало в свое время был такой акт о условно-досрочном освобождении. Как раз он базировался на том, что каждый человек, даже находящийся в иммиграционном лагере, если он может принести пользу этой стране, то его следует отпустить. И иммиграционные власти, полиция ICE, этот нормативно-правовой акт фактически не исполнялись, хотя он работал уже с 2009 года, то есть уже 10 лет. Вот. И по суду смогли восстановить справедливость, и многих сейчас из детеншн-центра выпускают. И есть направление, допустим, по кейсу, которое фактически не подразумевает ни ареста, ни долгого пребывания в очереди и так далее. Мы это направление знаем, и мы людям помогаем это направление использовать. Так, ребят, вопросы какие-нибудь еще есть? По поводу цены я вам уже сказал, по поводу скидок. Хотите скинуть, пользуйтесь. У вас есть 48 часов, у вас есть возможность поработать со мной напрямую в нашем офисе в Москве. Вы можете оставлять заявочки, вы можете спокойно принимать решения, потому что сейчас, ну, ситуация благоприятная. Что будет завтра, с учетом того, что гайки закручивают, что иммиграционное законодательство США ужесточают, большой вопрос. По поводу всех расходов мы вам полностью сделали расчет на предыдущей страничке. Я сейчас на нее вернусь. Вот, здесь полностью расчет и что мы делаем. То есть в пакете VIP мы полностью вас сопровождаем, как, допустим, сейчас у нас ехала Айнура с Зульфией, ее сопровождал Алексей. И они прям ехали из Шереметьево, все это было отснято на видео, все это можно посмотреть на наших социальных ресурсах, все это есть. Вы можете с этим ознакомиться. В чем преимущество нас от других компаний? Ну, мало, наверное, людей, которые находятся в вашем городе, рядом с вами, у него офис, и этот человек сам был в детеншн-центре. Мало кто, допустим, находился в Мексике столь долгое время, как я. Или, например, вникал в американское законодательство, покупая очень дорогие книги и платя огромные деньги переводчикам за то, чтобы книги перевести. Например, я обычно на вебинары беру свою книгу, самую главную дежурную об Асайлум за 2018 год. Эта книга там 5000 страниц. Представляете, 5000 страниц. И речь идет только о статусе Асайлум. Вот, то есть мы эти книги покупаем, их нет в открытом доступе, и эти книги делают нас сильнее. Кроме того, мы взаимодействуем с адвокатами в Соединенных Штатах Америки. Где-то они нам помогают, где-то мы им помогаем в каких-то моментах. Потому что кейс на убежище фактически становится сильным, когда материалы, доказательная база формируются в вашей стране. Потому что, находясь в Америке, ну вот представьте, очень много людей въехало в Америку без кейса, въехали в Америку по визе. Они приехали, посмотрели, осмотрелись, принимают решение, а как же им остаться? А вариантов-то на самом деле немного, даже если вы въехали по визе. Либо вы живете нелегально, либо вы меняете статус, но тогда, если вы перейдете на другой статус, допустим, вам придется находиться в зависимости у школы. То есть вам придется каждый месяц платить за обучение. Это минимум там, $150-200. Либо подавать на убежище. Вот когда вы подаете на убежище, возникает вопрос, а по какому направлению подавать? Это хорошо, что сейчас Америка не ввела детектор лжи на интервью. Например, в странах Евросоюза, вот сейчас мы подавали в Европе, в странах Евросоюза используют детектор лжи, там, доходит просто до маразма. Когда люди идут по ЛГБТ, им включают там фильм, и человек смотрит фильм, и они отслеживают его реакцию, допустим, там на этот фильм, вот на этот фильм. То есть если человек нетрадиционной ориентации, я думаю, ну, понятно, да, какой фильм им показывают и какую реакцию от него ждут.
Вот. То есть эти моменты в Америке пока незаконны, но тем не менее при общении с офицерами ICE, с сотрудниками офиса Asylum и DHS будет давление, к которому нужно быть готовым. И самое главное, будет очень много ошибок с их стороны, которые следует перепроверять. Вот. История Валерия, я обещал вам рассказать историю Валерия. Он прошел с семьей, его выпустили сразу. Офицер сделал очень много ошибок. Валерий из Калифорнии переехал, находясь на свободе в США, в Нью-Йорк, по-моему, да, и там в Нью-Йорке на очередной встрече с офицером ICE, где он давал показания, его арестовали. То есть офицер сказал: о, почему это у вас там в протоколе то-то, то-то и то-то, и почему вы вообще на свободе? То есть семья осталась, а Валерий отсидел после этого 6 месяцев в Detention Center в Филадельфии. Вот. Он очень интересно об этом рассказывает. Это бывший наш клиент, с которым мы сейчас взаимодействуем, и который также нам помогает в каких-то моментах, потому что он где-то даже имеет информацию более актуальную, даже чем я. Вот. То есть все произошло просто из-за банальной ошибки офицера DHS. Потому что там ребята работают не совсем компетентные, и это нужно знать, и это нужно использовать. Так, ребят, кто заинтересован, пишите нам. Ссылочка в комментариях. Кто хочет со мной лично пообщаться, вы можете взять мою консультацию. Кто хочет со мной поговорить о законах США, нормативно-правовых актах, тоже также готов в режиме консультации с вами поделиться своими наработками. Так я буду заканчивать свой вебинар. Сейчас мы последние сделаем рассылочки. Спасибо за участие и удачной вам иммиграции. Создавайте свое будущее своими руками. Всем пока. Ну что? Ты все? Да. Ну, делал, все делал, все ушел. Нормально? Ну, отлично.